Ленинская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Чтобы не лежали шланги и провода, мы это все сейчас красиво убираем под землю, чтобы потом только зеленая травка, зеленый газон сверху у нас были. И систему освещения лучше продумать до того, как вы положите газон. Лучше всего, когда эти кабеля по схеме, вы знаете, где они у вас проходят, чтобы не перебить. А газоном сверху вы это все спрячете. Сейчас вот у нас... Так вот покажу. Да. Вот это вот проведено освещение было на днях. Здесь местами уже, где было освещение, уже оно уходит. Сами кабеля уходят под землю. По схеме прокладываем коммуникации сначала, чтобы было и освещение, электричество, и вода, полив. Систему полива тоже предусматриваем. Чтобы потом территория только радовала и никаких дополнительных усилий не требовала. Сначала насыпаем, вот такие кучи насыпаются, да? Потом это все разравнивается. Как обычно, граблями, другими какими-то инструментами, которые вам удобнее. На неплодородную землю мы сверху плодородную почву обязательно нужно положить, для того, чтобы газон рос и хорошо себя чувствовал. То, что светлым, это еще предыдущий кусочек земли, но он неплодородная почва, неплодородная земля, без сорняков, чисто. И сверху мы уже насыпали плодородную, так, чтобы не было ямок. Если будут какие-то ямки, то в этом месте газон может потом выпревать, что нам совершенно не нужно. У нас сейчас идет еще один этап подготовки перед тем, как положить газон. Мы укладываем специально докупленную привезенную землю. Органикихома она здесь называется, в Греции. Это очень качественная земля. Для того, чтобы газон сразу же хорошо стал расти. Вот в таких больших пакетах упакована органикихома. Вот так вот она выглядит. Сейчас мы ее будем укладывать. Окей. Вот она такая. Похоже на наш перегной. На наш перегной, на плодородную землю хорошую. Развозим плодородный слой земли сверху еще дополнительно. И вот у нас получается такая красота. Да, подготовительный этап, он, конечно, длительный, но он необходим для того, чтобы газон прижился хорошо, чувствовал себя хорошо, рос хорошо. С вами была Георгиевская Татьяна, и до новых встреч на канале Тати Гео. Пока-пока! Если у вас появились вопросы, задавайте, пожалуйста, под видео. Буду рада ответить на них.